Доброе утро. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мальчики. Всем доброе утро. Я читаю комментарии ваши. Спрашивайте, как моя рука? Слушайте, моя рука просто ночью дала мне жару такого. Она, я не знаю, мне вот так вот больно сделать. И она болит. Мне кажется, ушиб просто такой жесткий. Ничего серьезного, что нет никаких синяков. Может, растяжение какое, я не знаю, так больно, блядь. О, реально. Вот, вот так вот уже больно сделать. Соединить. О, сука. О, май гад. Девочки, когда встаете, запомните фразу. Нужно говорить: встаю, навстречу своему счастью иду. И только после этого встаете. Посмотрим, что у нас там. Блядь, чуть не упал. Доброе утро. Так, Игоря нет. На работе, парень, на работе. Блин, как рука. А, фак, больно. А, май гад. Это ушиб, не более. Нету Игоря, нету Игоря. Ушел на работу. Я хочу кофе. Там кто-то считали. Я унес его в дом, потому что, ну, очень жалко. По поводу, вы говорите, там кто-то пишет, меняй воду, зеленая вода, меняй воду регулярно, это корни у него такого цвета, такого оттенка. Корни. Ой, извините, что не могу ноги поднять, мне так всегда лень в тапках поднимать ноги. Когда без тапков, я как олененок бегаю, скачу. Ой, подождите, мне нужна подставка, у меня карта не работает. Моя блогерская подставочка. Давайте я вообще оденусь, на самом деле. Так, ну что? Так, Игорь пишет, иди рентген делай. Нет, а у меня есть, знаете что, у меня же есть мазь. Это не это, блядь. Вот, Вольтарена, вот, вот, вот. Сейчас я его помажу и все. И сегодня вечером, в 6 вечера, в ресторан надо идти. Обзор ресторана. Обзор ресторана в 6 вечера. Это вот потянул. Это ушиб или потянул, ничего страшного в этом нет. А так хрустит она, блядь. Как будто, знаете, кости встают на место. А, вот здесь больно. Ну, как, блядь, прилетел, так и больно. Мне нравится этот Вольтарен. Она вообще, она, ее не чувствуешь. То есть ее нанес и все. Ее вообще не чувствуешь. Она не горит, как, знаете, бывают мази, как сумасшедшие просто горят. Ты, блядь, просто не находишь себе угол, край этот пятый, блядь. Не знаю, пятый угол ищут, нет. Вот здесь больно, да. Вчера делал окрашивание, слушайте. Чтобы вы понимали, девчонка у меня красилась, и что-то куда-то свинтила. Пошла по более гламурным салонам в Дубае,
так ее испортили. Это просто. И она пришла ко мне, и от нее все отказались. Ее, от нее даже отказались сделать из нее блондинку в этом же салоне, где испортили, где затемнили ее очень сильно. Сказали, что ваши волосы не предназначены для блонда. И она написала, типа, нам сообщение в салон, говорит, кто-нибудь может исправить у вас? И у нас все сказали, что нет. У нас все отказались. И я сказал, что говорю, я могу исправить, вот. Дорого, но могу. Вот, и в итоге я это... Она ко мне приходила месяц назад. Упали вещи. Приходила ко мне месяц назад, я ей исправил цвет. Насколько это было возможно, реально, чтобы ничего не отлетело, чтобы не отпало ни хера. Вот, было очень красиво. У меня есть работы, фотки в Инстаграме до и после. И вчера она пришла ко мне... Ну, еще дальше сделать блонд, почистить, и это просто пух. Я говорю, вот она, та история, когда говорят, что нельзя, а на самом деле можно. Ну, реально, я сделал ей такой блонд, просто. Ну, через AirTouch, вот, чтобы понимали технику, но очень круто, очень просто. Ни одна волосинка не осталась в этом, как в раковине. Идеально Женька сработал. Не успели сделать стрижку. У нее длинный волос, но там стрижка-то особо не нужна. Это все и так прекрасно. Вот. Но она хотела освежить кончики там. Я говорю, приходи, говорю, сейчас освежим кончики и этот, как его. Какое-нибудь восстановление нужно сделать. Я говорю, потому что мы так, ну, дважды чистили очень хорошо волосы. Вот что касается блонда, мне так это интересно, мне так это прет. Мига пишет на проверку что-то. Вот блонд — это вообще моя тема. Вывести из темного блонд, почистить блонд, исправить блонд. Это вообще, я кайфую от этого. Мне когда приходят корни покрасить какого-нибудь там, знаете, 3N, ну, кто понимает, да, третьего уровня. Я думаю, блядь, ты не можешь дома, что ли, покрасить корни свои? Ну, когда блонд приходит, я прям расцветаю. Так, пьем водичку. Пью этот, как не коллаген, пью биотин. И суставы все полетели. А если бы не пил... Был бы перелом. Ищем плюсы. Так, сейчас у нас кипятится кофеек. В красивом чайнике. Так, что мы пьем? Витамин D3 пьем обязательно с утра. Я пью, написано, одна таблетка в день. Я 5 дней решил пропить, знаете, да, как нужно правильно пить витамины? Если вы давно, например, не пили витамин D3, а его нужно пить постоянно, на постоянной основе, как его, как называется, заполнить организм, как-то есть такая фраза, загрузить организм, в общем, 5 дней вы пьете двойную, а то и тройную дозу, 5 дней. Ну, тоже аккуратно, смотрите, там это. Вот, я пью утром, днем и вечером витамин D3, и я стал спать. Я стал так офигенно спать. Я прям высыпаться стал. И биотин. Тоже делаю загрузку. Написано, одна капсула в день. Если вы будете при дефиците пить одну капсулу в день на самом этапе, на старт-этапе, то вы не загрузите организм. Он у вас будет вымываться, вы не успеете загрузить его. Его нужно загрузить. Витамин в себя, и потом уже грамотно только загружайте, реально, а не полбанки в день. Вот, и это, и только потом уже пить по инструкции. На загрузку хватает 5 дней. Вот я 5 дней пью по 3 витаминки, 3 витамин D3, 3 биотина. 5 дней нужно пить, и потом уже пьете по одной. Это правильная загрузка любого витамина, абсолютно любого, которого у вас в дефиците. Я просто давно не пил витамин D3, я понимаю, что он у меня в дефиците, потому что сейчас я просыпаться стал с настроением.
отдохнувший, выспавшийся. Реально, меня ничего не раздражает, кроме Инама. Этот цинк, я его пью уже очень давно. Цинк очень полезен для парней, цинк очень полезен для иммунной системы, особенно в зимнее время. Обязательно пейте цинк. Если вы вдруг заболели, сразу же загружайте себе витамином С, цинком, D3, омега-3. Надо еще купить, кстати, омега-3 закончилось недавно. Обязательно. Витамин D3, омега-3 и магнезиум пить постоянно, регулярно, без прерыва можно. Потому что эти витамины и омега, она не вырабатывается своим организмом. D3 вырабатывается, но вы понимаете, в каком климате вы живете. Даже в моем климате, где я живу, не вырабатывается в достаточном количестве витамин D3. А D3 это все. Это настроение, это ваш внешний вид, состояние, это волосы, это ногти. Все. Ну, вот еще и биотинчик. Я еще добиваю биотинчиком. Тоже для волос, для волос, кожа, ногти. Вот. Потом поем, и где-то в часа, сейчас время 10, и где-то еще, наверное, часов в часа в 2 я выпью, и потом часов в 6 я выпиваю. Перед самым сном я не пью витамины. Где-то в 6 я заканчиваю все трапезы с витаминами, и питания уже уважено нет. Я уже не ем сильно, не нажираюсь. Где моя кружка? Сейчас я ее найду немытой, да? Ну, конечно. О, Игорь губку кутил. Игорь губку кутил. У нас 2 дня не было губки. Посуда стояла, никто не мыл. В городе снегопад. Так, у нас сегодня обзор. Меня пригласили на обзор ресторана. Беру Инама, потому что Игорь будет работать. Пойду с Инамом. Не потому что Игорь работает, но как бы не знаю, Игорь, насколько интересны эти обзоры. В общем, меня зовут на обзоры ресторанов. После нашего видео с Инамом. Я говорю, Инам, будем звезды, фуд-звезды, фуд-блогеры. Мой любимый кофе, крема, просто пушка пушечная. Сейчас сядем с вами на балкон, сегодня никуда не надо, кроме ресторана. Еще в джим я хочу. А куда я в джим? Я пойду с рукой сюда. Город снегопад. Ну, кстати, все становится лучше и лучше, легче и легче. Ночью проснуться вообще вот так не мог сделать. Но у меня был такой глубокий сон, что мне было вообще похеру. Ну, не могу, думаю, утром разберусь. Думаю, что я сейчас могу сделать ночью? Ничего. Хотя мог намазать кремом. Какая светлая голова. Не зря канал Спас, блядь, смотрит. Спас парни. Такие говорят, Жень, мы думали, ты прикалываешься по голову Спаса. Ну, отчасти я прикалывался, честно, отчасти я прикалывался. Он, конечно, его периодически смотрит. Периодически он его посматривает, канал Спас. Но не так, чтобы как вчера. Что-то вчера он прям это... Вчера он это... Прям... Что-то вот здесь ушиб. Вот здесь. Все, я понял. Сейчас все пройдет. Мазью намазал, все пройдет. В городе снегопад. Так, надо в спортзал. Мне сегодня приснился тренер мой, фитнес-тренер. Это уже знак. Женя, иди в спортзал. Я, короче, что хочу? Я сейчас куда такого? Первого числа, на 15 зарплаты и 1 числа. И вот, наверное, 1 числа я получаю зарплату. Просто она у меня большая, 1 числа. Я ее получу и пойду этот. Как его? Идете кофе сами пить. И что? И спортзал куплю. Тот зал, в котором я был. В котором я ходил. Женя, говори правильно. В городе снегопад.
Надо закрыть свою книгу. Плюха найти. Жалюзи недавно протирал, представляете? Я же не снимал влог, да? Делал генеральную уборку. Вымывал просто все, все щели, все дырки, блин. Жалюзи мыл. Наверное, жалюзи потратил в своей комнате. И вот здесь потратил, наверное, час. Просто они моют, ты их моешь, а они снова грязные. Ты их моешь, а они снова грязные. Сколько я воды поменял, сколько состава на них нанес всяких для дерева. Толку никакого. Дубай — это вообще один большой песок. Песочница. Ой. Так, ну что? Ну какая красота, давайте я вам покажу. Зарядить энергию, положить. Сейчас. Давайте заряжайтесь положительной энергией. Посмотрите, какое у нас морюшко красивое. Синее. Скоро будет тепло, скоро будем на пляже ходить. Сейчас еще пока на пляже можно ходить, только просто подышать бризом. Люди куда-то поехали, кто на работу, кто на пляж, может быть, кто просто катается. Ой, кайф, какой кайф. Так, ну что, планом? Может пойти ноги хотя бы поделать. Так, Медмикой пишет, надо документы проверить. Кое-какие документы проверить и наверное, в зал я схожу, может, на кардио просто сходить. Надо внедряться. Такой мне тренер приснился. Это уже знаки, это уже тебе вселенная говорит: Женя, вернись в спортзал. Надо вернуться реально. Тем более, сейчас хорошая мотивация. Начнется погода прекрасная, когда можно загорать, ходить. Это реально сейчас я скинул, убрал весь лишний вес, и надо сейчас его реально чистенько, аккуратненько набрать красивую мышечную массу. Белая бегает, собачка, что ли? Собачка бегает, маленькая такая белая. Ой, и это, да. Красиво надо сделать тело, успеть до лета. А до лета у нас остался один месяц. Потому что уже до лета дубайского. Потому что уже с марта уже можно загорать. В мае уже невозможно загорать. В мае уже пекло. Вот в конце февраля уже можно, все, уже начнется пляжный сезон. Поэтому заканчиваем болтовню и идем в спортзал. Завтракаем и идем в спортзал. Всем спасибо за лайки, девчонки, мальчишки. Это действительно очень важно. Вы сейчас прям реагируете очень хорошо, и вы молодцы. Вы прям молодцы. Спасибо. Я люблю вас. Целую, обнимаю. До следующего влога. Пока-пока. Если кому не лень, поставьте лайки на предыдущие еще влоги. Кто не ставил. И вам плюсик в карму. Люблю, целую. Хорошего дня. Пока-пока.